Всем привет! Это была аранжировка на известную песню в исполнении Джо Дассена «Елисейские поля», которая, в свою очередь, является кавером на ранее исполненную песню группой Jason Crest «Waterloo Road». Ноты с табулатурой, как всегда, в описании под видео. Комментируйте, оценивайте и далее разбор. Вначале играется небольшое вступление, 4 такта на аккордах. Зажимаем аккорд до мажор, можно не полный зажать. Вторая струна, первый лад, пятая, третий лад. И играем вместе вторую, третью и пятую. Аккорд держим, повторяем вторую с третьей. Повторяем пятую на третьем. Все, теперь аккорд меняется. Средним пятая на втором, мизинцем вторая на третьем. И те же самые струны играем вторую, третью, пятую вместе. Аккорд держим, повторяем пятую, еще раз то же самое, вторую, третью, пятую, и еще раз повторяем бас. Давайте сразу первый такт сыграем с метроном, чтобы был понятен ритм, потому что все вступление в одном ритме будет звучать, просто аккорды будут меняться. Темп ставим почти в два раза медленнее, 55. Вот такой ритм. И дальше меняются аккорды, ритм остается. Зажимаем аккорд ля минор, тоже можно не полный. Вторая на первом, третья на втором. И играем также вместе вторую, третью и пятую. Повторяем вторую с третьей. Повторяем пятую. Теперь вот свободные пальцы, безымянный. Шестая струна на третьем, мизинец. Третья на третьем. И играем вместе третью, четвертую и шестую. Повторяем шестую. Повторяем те же самые третью, четвертую, шестую вместе. И повторяем шестую. Теперь аккорд меняется. Фа мажор. Тоже можно не полный, без барре. Шестая на первом. Третья на втором. И четвертая на третьем. Играем те струны, которые зажали. Вместе. Повторяем четвертую с третьей, повторяем шестую, все, аккорд меняется, просто зажимаем вторую струну на первом ладу, играем вторую, третью и шестую в басу, повторяем шестую, снова вторая, третья, шестая и шестая в басу, и четвертый такт. Вторая струна, третий лад, третья струна, второй лад, зажимаем их и играем вместе вторую, третью, четвертую в басу. Повторяем вторую, третью, повторяем четвертую и просто шестая на третьем ладу зажимается и играем ее вместе с открытыми второй и третий. Повторяем шестую на третьем и повторяем открытые вторую и третью. Вот здесь заканчивается вступление. Давайте его пройдем. И дальше идет куплет, который состоит из двух похожих частей. Зажимаем, как во вступлении, сначала аккорд до мажор. В принципе, все на тех же аккордах будет. Вторая струна на первом, пятая на третьем. И сначала одна нота еще идет за такт. В конце предыдущего такта это открытая третья струна. И теперь вместе играем первую, вторую и пятую на аккорде, которую зажали. Теперь мизинец подставляем, аккорд держим, подставляем мизинец, первая струна, третий лад. Снова первая открытая, повторяем пятую на третьем, повторяем первую открытую. Аккорд меняется, тот же самый аккорд, который был во вступлении, пятая на втором, вторая на третьем. Играем вместе вторую, третью, пятую. Первая открытая. Возвращаемся на вторую, аккорд держим, повторяем пятую, повторяем вторую. Теперь аккорд только меняется. Также первая, на первом ладу вторая,
на втором ладу третья и играю вместе вторую третью с пятой. Первая открытая, аккорд держим, вторую повторяем, пятую повторяем, вторую повторяем. Дальше такой же аккорд шестая и третья на третьем ладу. Играем вместе третью, четвертую и шестую. Держим, первую играем открытую, третью повторяем, шестую повторяем. Ну, давайте вот эти два такта пройдем с метроном, чтобы был понятен ритм. Дальше. Также еще одна нота за такт, открытая третья струна. Теперь вместе зажимаем третью на втором, шестую на первом. Лучше зажать третью безымянным пальцем. И средний подставляем. Теперь вторая струна, первый лад. Теперь бас также шестая на первом. И вторая на третьем вместе с ним. Снова вторая на первом. Все, теперь можно поменять палец, указательный поставить на вторую, на первом. И играем вторую на первом вместе с первой открытой и шестой открытой. Повторяем вторую. Повторяем вторую на первом вместе с шестой открытой. И еще раз ее же играем вторую. Все, аккорд меняется. Также зажимаем вторую на третьем. Третью на втором и играем их вместе с четвертой открытой. Повторяем вторую. Теперь первая и четвертая открытые. И повторяем вторую на третьем. Держим ее, и теперь меняется бас. Играем шестую на третьем. И играем шестую на третьем вместе с четвертой и третьей открытыми. Это уже как заполнение в конце. Пройдем вот эту вторую фразу. Дальше идет вторая часть куплета, она похожая на первую, кое-где ритмически поменяется и концовка поменяется. Начало такое же, играем третью открытую на аккорде до мажор, также вторая на первом, пятая на третьем месте, мизинец первая на третьем, первая открытая, бас повторяется, первая открытая повторяется. Немножко вот именно в этом месте поменяется ритм. Послушайте при исполнении. Дальше аккорд такой же. Пятая, второй лад. Вторая на третьем. Играем вместе вторую, третью и пятую. Первая открытая. Повторяется вторая на третьем. И играем пятую на втором. Вот здесь мы вторую на третьем уже не повторяем, как мы играли первый раз в конце. Дальше следующий такт такой же, как был за первым разом у нас. Следующее начало такта такое же. И вот здесь будут аккорды те же, тоже немножко поменяются ритмически. Дальше, вот здесь изменилось окончание. Зажимаем сразу на первом ладу шестую и вторую. И на втором ладу третью струну. Играем их вместе. Повторяем вторую. Теперь на третьем сразу шестая и вторая. Играем вместе вторую, третью, шестую. Теперь вторая на первом. Подставляем, держим вторую, подставляем бас. Пятая на третьем. И в конце удар, щелчок по шестой струне. Это окончание куплета. Давайте пройдем вторую половинку куплета и пройдем весь куплет.
сразу весь куплет тоже пройдем. Дальше идет припев. Зажимаем тот же самый аккорд до мажор, неполный, как в начале куплетов у нас было и вступление. И играем здесь 4 струны вместе. Первую, вторую, третью и пятую. Аккорд держим, повторяем пятую. Теперь аккорд немножко поменяется. Также пятая на втором, вторая на третьем. И плюс еще третья на первом добавляется. Вместе их играем, которые зажали струны. Теперь нужно сыграть вторую на первом. Легче всего это сделать вот так, положив указательный палец, как барре, на первый лад, чтобы не переставлять. Да, вот с третьей струны на вторую. То есть вот мы сыграли аккорд. Теперь мизинец подняли, указательный, малое барре на первом. И просто сыграли вторую на первом. Все, обратно вернули мизинец на вторую струну, на третий лад бас. Такой же пятая на втором. Играем уже просто две струны вместе. Пятую и вторую. Все, можно отпустить аккорд. Вторая на первом теперь. Держим, играем пятую открытую. Теперь по второй струне к пятому ладу мы сделаем слайд. Вот такой. И возвращаемся на третий лад, вторая на третьем, пятая открытая в басу. Снова вторая на первом. Теперь на третьем ладу сразу три струны зажимаем. Вторую, третью и шестую. И играем те струны, которые зажали. И снова вторая на первом. Держим и играем бас, шестая на третьем. Давайте вот эту первую фразочку пройдем, два такта. И вот мы сыграли шестую на третьем, старайтесь сразу ее не бросить. Играем первую на первом, и лучше сразу зажать барре, потому что оно сейчас нам нужно будет в следующем такте. Сразу зажимаем барре на первом ладу и играем сначала первую струну. Барре держим, теперь играем шестую на первом получается. Теперь подставляем аккорд фа мажор уже, третья на втором и на третьем ладу, пятая и четвертая. И играем вместе третью, четвертую, пятую и шестую. Все, вот барре просто на небольшой срок нам нужно было зажать. Отпускаем, зажимаем просто вторую на первом и играем вместе первую, вторую и шестую. Повторяем вторую. Еще раз первую, вторую, шестую. Теперь вторая на третьем. Теперь четвертая открытая. И теперь вторая на третьем, можно к ней сделать еще слайд указательным пальцем. Оставляем указательный палец на второй, на третьем и повторяем ее вместе с четвертой открытой. Теперь вторая на пятом мизинцем и сразу зажимаем на третьем ладу шестую и третью. И сразу мы сделаем форшлаг на третьей струне. Вот мы на третьем зажали, сразу нужно будет ударить по ней еще по четвертому ладу. То есть таким образом украшение небольшое. Сыграли шестую и третью, да, на третьем. И потом ударили по четвертому ладу, по третьей струне, только быстро. И в конце открытая третья и шестая на третьем повторяется. Давайте вот эти два такта тоже пройдем.
дальше у нас повторится вторая часть куплета, абсолютно без изменений, такая, как она была в куплете. Давайте тогда пройдем целиком все, весь припев с повторением вот этой второй части от куплета. Вторая часть, которая повторяется от куплета, как вы заметили, идет без самой вот этой первой ноты, третьей открытой струны, которая за такт. Да, сразу начинается с аккорда после припева, вот, который сейчас играли. И дальше еще у нас идет одна часть, это проигрыш. В принципе, в оригинале еще раз повторяется куплет и припев, потом только идет проигрыш, можете сыграть так же. Вот, и проигрыш инструментальный, зажимаем аккорд, можно сразу его зажать, ре минор, первая на первом, третья на втором и вторая на третьем. Играем сначала первую с четвертой, повторяем первую, теперь по аккорду вниз удар у нас, затем повторяется еще первая. Теперь только меняется аккорд, зажимаем шестую на третьем месте, с первой открытой играем. Вторая на третьем, бас держим и по средним струнам, вторая, третья, четвертая, делаем удары вниз и вверх, как заполнение. Все, теперь бас пятая на третьем, играем ее вместе с первой открытой. Первая на третьем. Бас меняется, пятая на втором, играем ее также с первой открытой, вторая на первом теперь, держим, играем пятую открытую, теперь вторую на первом оставляем и подставляем аккорд ля минор на втором ладу, еще четвертая и третья добавляется, и также заполнение на нем идет по средним здесь струнам вниз и вверх удары. Снова возвращаем тот же самый аккорд ре минор, играем также первую с четвертой, повторяем первую, удар вниз, повторяем первую, также шестая на третьем месте с первой открытой, вторая на первом, теперь вторая на третьем и делаем удар по средним струнам, вторая, третья, четвертая, теперь вторая на первом. Держим ее, добавляем бас, пятая на третьем. И здесь заполнение идет три удара. Можете сделать один удар основанием большого пальца. Второй удар здесь внизу пальцами. И третий удар по шестой струне с щелчком. Затем первые три такта проигрыша повторяются без изменения и меняется только четвертый такт окончания. Получается, также мы сыграли вторую струну на первом, сыграли пятую на третьем, начало такое же. Затем мы зажимаем шестую на третьем, добавляем четвертую на втором, то есть аккорд до мажор остается, и играем третью, четвертую, шестую басу и возвращаем обратно бас пятая на третьем, то есть полный аккорд до мажор, и играем вторую, третью, четвертую, пятую и в конце также щелчок по шестой струне. Давайте сыграем сразу весь проигрыш. Thank you.
И снова можно повторить куплет, также без затакта, без третьей струны, сразу с аккорда куплет, припев, и, в принципе, на припеве заканчивается аранжировка. Вот такая она получилась, в принципе, несложная. Разбирайте также по частям, учите в медленном темпе. Желаю всем удачи, успехов и до новых встреч. Пока!